с молотом. Thank you.
Одиссея Богусевича. Спасибо. Второе отделение было таким более плотным, таким энергетически насыщенным. Но Одиссей уже представил музыкантов, нет нужды повторять, но я просто скажу коротко. Трио Одиссея Богусевича, да? В следующую среду у нас будет квартет Натальи Скворцовой. Это совсем другая музыка. Очень хорошая пианистка, и с ней работают очень хорошие музыканты.